Не, доброе утро. Доброе утро, наши дорогие. Сюда. Доброе утро. А вы? О, на Бусю с утра пораньше. Буся говорит, Бусечка, Бусечка, отстаньте от меня, демоны молодые, да? Так, а тетя, что за принцесски? Принцесски на диване. Лялюшка, ты еще не проснулась, ты еще спишь на ходу, да? Скажи, ну хвостиком помашу всем обязательно. Так скажи, хвостиком не помахать. Нас же ждут, да? Ой, Милуся, ты как птичка, ушки поджал. Ты на шейха Ав говоришь, да? Скажи, там мы с мамкой целуемся, чего ты пристал? Скажи, с одной стороны, Мила, с другой стороны, шейх. Меня зажимают. Вот, и фиёшка тут. Фиёшка, микроребятёшка. Доброе утро. Доброе утро, вот такая вам ватага желает. А лисы и медведи внизу у нас, да? Одна лиса, другой медведь. Братик и сестреночка, лисик и мишка. А что ты? Ты уже играться хочешь, ты уже ожаровать хочешь. А лиска потягушки делает. Лягуся, лягуся, скажи, я не пойду туда, там они вот целоваться будут, мешать мне будут, скажи. Утром наслаждаться. Да? Скажи, ну что они с утра пораньше? Ой, ой. А ты самый милый. Самый нежный, самый ушастый покемончик у нас. Хоть и строгая, и грозная, но все равно со всеми целуешься, и милуешься, и обнимаешься. Наш самый ушастый милаш. Грозный, ушастый милаш. Да? Ну, а мы всем желаем прекрасного настроения, замечательного бодрого дня и энергии вот столько же, сколько у этих маленьких козявочек. Всех целуем, обнимаем. Доброго вам дня желаем.